Мои хорошие, доброе утро. Я нахожусь в районе Москвы, метро Академическое. Свекровь пригласила в гости на новое жилье. Получили по реновации. Только я не знаю, куда мне теперь идти. Я выйти вышла, но я приблизительно попробую в то место пойти. В то направление. Сегодня отработала. Главное вообще ничего не понимать. На службе же побыла ночной. Думала, не встану. Нет, встала. Ребята, там такой домик симпатичный. Салатовый. Мой любимый цвет. Интересно, что это за дом. Потом надо спросить. Интересный такой. Крыша такая двухэтажная. Но, видимо, более раннее сооружение. Смотрите, сколько домов строится. Вот так вот. Скульптура. Не знаю. Человек наклонился. Скверик. Сейчас буду идти, у меня опять будет трясти камеру. Нас есть на вас все. Тепло сегодня. Воскресенье. А завтра у меня выходной. Ну ладно, мои хорошие. Пойду я. То я так есть хочу. Они всегда так очень вкусно. Ребята, еще раз, мои хорошие, поздравляю вас со Светлой Пасхой, с Воскресением Христовым. Желаю вам всех душеболезных благ, покоя и мира в вашем сердце и покоя и мира в ваших семьях. Целую вас, мои хорошие.